30 мая в прокуратуре города Хасавюрт состоялся прием граждан в целях обеспечения доступа к органам прокуратуры. Прием граждан проводил прокурор Республики Дагестан Денис Попов. Были рассмотрены обращения и заявления различного направления. Перед началом приема Попов объяснил значение создания мобильной приемной прокурора республики, где учитывались и то, что не все жители города и района могут приехать в Махачкалу, чтобы обратиться с жалобой в республиканскую прокуратуру. Желающих обратиться на прием оказалось 6 человек. Были и коллективные обращения в адрес руководства прокуратуры республики. По всем обращениям гражданам даны разъяснения, а соответствующим должностным лицам даны соответствующие поручения.